Зависимые от чужого мнения, мы живем, заглядывая в глаза другим людям. Их отказ, осуждение или одобрение значат для нас все больше и больше. Мы все время жаждем похвалы, признания и даже любви. Другой стал для нас критерием, и мы боимся. Боимся порицания и равнодушия. Боимся жить, потому что сама жизнь непредсказуема и опасна. Жизнь не дает никаких гарантий и никаких обещаний. Каждый момент жизни – это движение во все большую и большую неизвестность. Можно ли обрести внутреннюю уверенность в постоянно меняющемся и беспокойном мире? Да, и моя цель – помочь тебе в этом. Помочь достичь уверенности в твоем глубочайшем внутреннем ядре. Человек, который уверен в себе, уверен и во всем мире. Такой человек не зависит от мнения других людей, от их расположения и любви. Он глубоко укоренен в себе и потому прекрасно чувствует себя как в одиночестве, так и в компании незнакомых ему людей. Спокойствие, смелость, умение заявить о себе, первым завести диалог с понравившимся человеком, смело шагнуть в неизвестное. Все это естественное проявление уверенного в себе человека. Ты готов стать таким? Привет, меня зовут Ковальчук Дима. Я записал для тебя медитацию «Уверенность в себе», чтобы помочь усилить твой центр. Выполняй эту практику ежедневно, пока не почувствуешь, что взял из нее все. Если тебя прервут, не страшно. Ты можешь продолжить практику в том же месте, где остановился, или начать заново. Медитация эффективна и подходит для выполнения как в положении сидя, так и лежа на спине. Эта практика ближе к классической медитации, поэтому я полагаю, что большинство слушателей будут сидеть на полу, подушке для медитации или на обычном стуле. Займи удобное положение сидя с прямой спиной. Вытяни руки вверх, соедини ладони в замок, замок выверни и как следует потяни мышцы. Покачайся влево и вправо. Подержи руки в этом положении еще некоторое время. Пусть они немного устанут, это даже хорошо. Дыши грудной клеткой. С каждым вдохом ощущай, как энергия поднимается вверх. Хорошо. Опусти руки вниз и расслабь плечи. Закрой глаза и направь свое внимание вовнутрь тела. Постарайся почувствовать свой пульс, биение своего сердца. Концентрация на пульсе успокаивает. Теперь переведи внимание на процесс дыхания. Постепенно дыхание становится все более глубоким и протяжным. Протяжный вдох и протяжный выдох. Продолжай дышать и следить за дыханием.
Хорошо. Сейчас отпусти контроль. Позволь дыханию быть естественным. Переведи внимание в центр головы, в ту область, где рождаются твои мысли. Заметь, как внутри стало тихо и спокойно. Мыслей меньше, или их вообще нет? Если они будут появляться, не беспокойся. Просто позволим появляться и исчезать. Всякий раз, как будешь отвлекаться и замечать это, мысленно похвали себя. Такие отвлечения будут происходить, но они не должны расстраивать тебя. Важно не то, что ты отвлекся. Важно то, что ты заметил отвлечение и вернулся к медитации. Продолжай следовать за моим голосом. Тема сегодняшней медитации — уверенность в себе. Зачем нужна уверенность? Уверенные в себе люди легче заводят полезные знакомства, более востребованы в профессиональной сфере, быстрее и легче продвигаются по карьерной лестнице. Уверенные в себе люди не испытывают сложностей в общении с противоположным полом. Как правило, у них больше друзей и гораздо больше возможностей в жизни. У тебя бывали ситуации, когда твоя неуверенность в себе огорчала тебя? Ты хотел действовать, но не мог осмелиться. Твое собственное поведение тебе не нравилось. Не нравилась тебе и реакция людей на тебя. Тебя не замечали. Твой голос был тихим и неубедительным. Сейчас выбери любую ситуацию из своего прошлого, когда ты явно ощущал неуверенность и недовольство собой. Вспомни, как это было. Вспомни в деталях и прокрути эту ситуацию в голове. Будто ты смотришь фильм, снятый со стороны. И себя в нем ты видишь также, со стороны. Я дам тебе время и не буду отвлекать. Теперь подумай, что в твоем поведении выдавало твою неуверенность? Почему люди не воспринимали тебя или не слышали?
Представь, что если бы ты мог переиграть эту ситуацию. Все тот же ты, только уверенный в себе на 100%. Как бы ты себя вел? Постарайся представить все в деталях. Фантазируй. Позволь себе это. Ты уверен в себе. Твой голос громкий и четкий. Когда ты говоришь, другие с интересом слушают и смотрят на тебя. Ты ведешь себя легко, и также легко и естественно становишься центром внимания других людей. Когда ты входишь в помещение, тебя замечают. Сложно сказать, как именно это происходит, но из тебя будто исходит внутренняя сила. Невидимая сила, которую ощущают другие люди, в присутствии которой воздух будто становится иным. Люди чувствуют твое присутствие, даже если находятся к тебе спиной и не видят тебя. Пожалуйста, продолжай. Возьми ту самую реальную ситуацию из твоего прошлого и перепиши ее. Я дам тебе еще немного времени. Так в чем же секрет этого состояния? Как стать по-настоящему уверенным в себе человеком? Самое главное — это научиться получать удовольствие от самого себя. Тебе хорошо, когда ты один? Ты когда-нибудь отправлялся один в путешествие? Водил себя в кафе или на прогулку вдоль реки. Ты наполнен сам по себе, или твоя ценность реальна только когда рядом другой? Пойми, что только в состоянии внутренней наполненности ты можешь идти в отношения с другим человеком. В этом случае ты будешь дающим. Только в состоянии внутренней наполненности 1 плюс 1 будет равно 11. И именно так рождается настоящая дружба. А может и проявится любовь. Сейчас позволь мне провести тебя к тебе. Я хочу, чтобы ты увидел себя, почувствовал и полюбил. Направь внимание в центр своего тела. Визуализируй сияющую белую точку. Сейчас, вероятно, ее свет едва заметен. Концентрируйся на дыхании. С каждым вдохом твое тело наполняет прана. Космическая энергия жизни. В
Визуализируй ее в виде белого света, который наполняет твое тело на каждом вдохе. Прана свободно протекает по энергетическим каналам в теле. Если твоя спина прямая, выпрямись и дыши. Вдыхай глубже. Сейчас прана буквально разливается по телу. Прямо сейчас перемещаясь по сотням тысяч энергетических каналов внутри. Настройся на принятие праны, принятие жизненной энергии. Мысленно произнеси: «Я есть. Я существую. Я имею право проявляться. Я имею право жить. Я имею право творить. Я наполнен в своем существе. Вселенная – мой дом. Планета Земля – мой дом. Я создан природой, и по праву своего рождения я раскрою весь потенциал, заложенный внутри меня. Я живу и ощущаю жизнь в каждом дне, в каждой минуте. Я пришел в этот мир один и уйду тоже один, когда придет время. Пока я жив, никакие обстоятельства не смогут сломить мою волю к жизни. Я счастлив быть сам собой. Я наполнен собой. Почувствуй, как с каждым вдохом сияющая точка внутри тебя становится ярче. Своим светом она заполнила все тело, и энергия начала выходить за его пределы, освещая пространство вокруг. Энергии в избытке. Центр твоего тела – это центр твоего существа. Твоя душа – она радуется и ликует. Весь мир вокруг наполнен возможностями, безграничным потенциалом. Я чувствую, что я готов. Теперь я могу идти в отношения с другими. Теперь я могу делать это как хозяин, а не как раб.